Итак, господа, мы с вами сейчас находимся в Гобустане. Что такое Гобустан и зачем мы сюда приехали? Гобустан – археологический заповедник, в котором находится более 6 тысяч наскальных рисунков петроглифов, датируемые эпохой с нижнего палеолита по начало средних веков. То, что вы видите, вот скалы, на этих скалах мы, археологи, нашли более 6 тысяч рисунков разного периода. Я вам уже об этом говорил. С 1967 году здесь объявили закрытой зоной и создали музей. Но в 2011 году уже при независимом Азербайджане музей перестроили. И вот интереснейший музей сейчас мы с вами посмотрим. И после этого мы с вами поднимемся непосредственно на скалы и будем смотреть сами рисунки. Thank you.